Всем приветики! Всем приветики! У нас сегодня очень вкусный мукбанг. Очень бургер, вкусный мукбанг, мои amigos. Бургер, так, во-первых, подписка, лайк, комментарий. Пожалуйста. Bitte. Бургер, который я приготовила сама, с соусом из голубого сыра. Внутри котлеты чеддер сыр и наверху котлеты сыр гауда. Лук, помидор внутри и салат. Это буррата, рыбные палочки, чуть-чуть у нас не получились. Покупали замороженные картошка фри, которая сладкая. Тоже покупали наггетсы и там еще шницель куриный. Разрежем буррату и попробуем что. А, ну здесь этот соус из голубого сыра. Сама готовила. Вкуснятина. Did you place, play, put, play? Я мальчичок. I'm so hungry. You want to try? Mm-mm. Why? Maybe later. What? It's so messy. I try if you give it to me with your hands. Wait, 1 second. Вкусно. Вкусно получилось. Вырежь your phone. Сегодня ответим на вопросики. Нам очень много вопросов задают, мы не успеваем отвечать. Так. Сначала передам привет. Боже, как это вкусно. Ой, привет. Wait. Давайте посчитаем, за сколько он уточил. What do you say? And how many minutes you ate the burger? Наталья Логинова, тебе большой приветик. Наталья, приветик. Наталья, большой приветик. Спасибо, что нам такой приятный комментарий оставили, что поделились с нами. Приветик. У меня со свекровью было поначалу очень сложно, так как я моложе ее сына на 15 лет. Ей казалось на тот момент, что я ради денег, дома, машины... Ну и так далее. А сейчас она для меня, как и я для нее, самые родные. Анечка, видно, как ты светишься, а это видно, что ты очень любишь своего видно. Ой, очень, очень любишь своего мужа. Дай Бог, чтобы любовь ваша процветала. Очень вас люблю. В следующем видео хочется услышать приветик. Вот мы тебе передали. Спасибо за приятный комментарий. Наггетсы. О, блин, такой вкусный соус получился вообще. Вообще.
Соус готовила так. Попробуйте. Очень вкусно. Взяла сливочное масло, чайную ложку. Разогрела его на сковородке. Добавила туда столовую ложку муки. Подогрела это все. Залила молоком. Кинула туда малюсенький кусочек этого голубого сыра. Добавила туда еще обычного сыра. Две полосочки голубого сыра, ну где-то ну вот такой вот кусочек. Две такие пластиночки обычного сыра. Соль, перец, все это венчиком очень быстро перемешала. Получился просто шикарный соус. Давайте же мы разрежем буррато, маэстро. А я пока прочитаю следующий комментарий. Вау. Алсу, тебе приветик. Приветик, Алсу. Просто дедуля намекал Хавьеру, если обидишь мою внучку, будешь лежать на месте баллона. Спасибо большое, посмеялась очень над этим комментарием. Do you remember my grandfather show you the gas balloon in the car? Mm-hmm. And I explained this in the last video, and they wrote a comment that the grandfather was just showing where is going to be his place, where if he will make you sad, like you will be there instead of balloon. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. They know they come, your grandparents. Mm-hmm. Мои бабуля с дедулей приезжают все-таки. Все уже, 100%. Мы собираемся поехать еще в Берлин. И в Берлине хотим сходить, ну как хотим, мама хочет. Сходить на какую-то оперу. Так что посмотрим. Ну и на это билеты мы уже взяли. I think will be very good. What? Very good with French fries. Mm. Спасибо за такой веселый комментарий. Алсу. У меня вообще бабуля с дедулей с хорошим чувством юмора. С ними можно и поржать, и поприкалываться с них. У нас очень хорошие отношения. Потому что это, получается, мамина семья. Моей мамы, мама и папа. Поэтому, ну, мы с ними очень близки всегда были, мы постоянно были, мы жили рядом. Шницель. Good. Угу. Вот так вот. Привет, вы очень классный, у вас есть Инстаграм. Удачи вам в развитии. Юлия Семенова. Тебе приветик. Спасибо за комментарий. Наш Инстаграм, кто не знал, он у нас под каждым видео. Ссылочка на наш Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите. Мотивируйте нас там тоже постить контент. Мы сегодня, я с утра встала, утром занималась немецким.
пока занималась немецким, там Хавьер что-то по-своему айтишному в компьютере решал. Пентестинг. Пентестинг. Вообще не знаю, что такое. И потом пошли в зал, пришли, чуть-чуть передохнули и сели кушать сейчас. You don't want mozzarella? Mm-mm. Really? Why? You can eat. Волшебная моцарелка. Сегодня, если честно, подустала. Так что, сори, что не ответила на все вопросы. Why you're laughing? Сегодня еда прям очень вкусная. По столу, думаю, это видно. I was so hungry today. Not other days like this. Mm-mm. Каждый раз он очень голодный и не такой, как в прошлые разы. Типа сильнее. И так каждый раз у него. Восхитительная буррата, просто очень вкусная. You are fertig or what? Mm-hmm. Okay, too much. Burger also, yes. Very good. This burger. You like it? We eat all the sauce, fuck. Mm-hmm. You don't want fish? No. You? Mm-mm. Why? I'm full. Also? Mm-hmm. You eat very much also a lot. Картошка просто бомба. Yeah. Mm-hmm. Very good. Напишите в комментариях, кто такую картошку пробовал. Я ее просто попробовала в Чехии, по-моему, первый раз. Подписываемся на наш инстаграм, да,
на YouTube канал, на этот, ну как бы, имею в виду. Ставьте нам лайки, комментарии, мы будем очень этому благодарны. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Всех любим. Всех любим. Пока-пока. Пока-пока.